Стало привычным, что районная библиотека с завидным постоянством удивляет своих посетителей новыми идеями. Но есть и проекты, которые проходят здесь на постоянной основе, каждый раз вызывая все больше интерес у детей. Мария Барила, преподаватель изобразительной студии «Акварель», рассказала, что на ее занятиях много ребят, которые ходят регулярно, да еще и каждый раз приводят с собой друзей. Мария уверена, что под ее чутким руководством после мастер-класса каждый сможет унести с собой маленькое произведение искусства. Вот можно, например, еще добавить веток и на эти ветки сделать красивые какие-нибудь там цветочки, листики, все что угодно. Для многих детей библиотека стала местом новых знакомств. Общие интересы объединяют ребят. Настя Скользкая в любую свободную минуту бежит сюда, потому что точно знает, что здесь ей скучать не дадут. Я вообще сама по себе очень общительная и люблю заводить новые знакомства. А здесь очень добрые и позитивные ребята. И я, естественно, знакомлюсь почти с каждым, кто участвует в этих мастер-классах. Елена Бицуля с 5-летней Кирой все этапы выполняют вместе. По мнению мамы, это помогает сблизиться с ребенком и в творческой атмосфере больше узнать о ее интересах и предпочтениях. Хорошо то, что ребенок понимает, что есть такое место, библиотека, куда можно прийти, не только почитать книги, но и провести приятное время, используя и пообщаться с другими детьми, в том числе. Особо ценно, что для посещения мастер-класса не требуются начальные знания или умения. Также на месте ребята получают необходимый для творчества реквизит. Мне нравится, что можно приходить, и не надо приносить ничего своего, не надо... Ну, как бы учителя очень добрые, всегда помогут, всегда расскажут, обучат. Преподаватель старается быть внимательным к каждому ребенку, вне зависимости от возраста и умений. Ведь для некоторых детей это первые шаги в творчестве, и в свою работу они вкладывают всю душу. Я эту птичку нарисовала, и я ее подарю бабушке. А для родителей нет ничего дороже подарка, сделанного руками детей. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.